Обычно для большинства людей слово «оргазм» связано с сексуальной жизнью. По крайней мере, в языке. Если не в опыте. Но это не так. По сути, оргазм означает состояние внутреннего экстаза. Возможно, его используют в языке в контексте сексуальности, потому что большинство людей не имели более яркого опыта, чем физическая близость. Большинству людей даже не знакомо нечто большее. Поэтому они начали использовать слово «оргазм» для описания сексуальной жизни. Слово «оргазм» означает гораздо большее. Это когда весь ваш организм достигает определенного пика. В сексе такого не происходит. Он дает вам определенное ощущение пика, но это не приведет вас к абсолютному пику, когда каждая клетка в вашем теле взрывается. Сексуальная жизнь или секс не подходит для описания оргазма. Это будет неверно. При физической близости состояние экстаза имеет предел. Но если человек знает, как быть оргазмичным, без потребности в физической близости, он испытывает бесконечный оргазм. Если вы достаточно искренни, чтобы взглянуть на жизнь без условностей, закрепленных в религии, единственное, чего ищет человек, — это максимально возможное приятное состояние. По сути, он ищет высочайшего оргазма. Вот и все, чего он ищет. Если вы хотите довольствоваться ограниченными вещами, можете попробовать секс, алкоголь, наркотики. Это только поработит вас. Это не освобождает. Это просто удовольствие. Удовольствие всегда привязывает вас. Люди ищут удовольствие, в сущности потому, что в них нет радости, потому что нет блаженства. Если вы испытываете блаженство, вы определенно не будете искать удовольствие. Если бы сейчас вы бы испытывали настоящее блаженство, вы бы искали удовольствие. Удовольствие — это просто тень блаженства. Это всегда фальшивка. Вы получаете слабое подобие. Но когда вам незнакомо настоящее блаженство, подойдет даже его подобие. Но если вы не осознаете ограниченности удовольствия, вы попадете в зависимость от него. Чем больше вы ищете удовольствие, тем больше вы привязываетесь к объектам удовольствия. Но чем больше у вас блаженства, тем более свободными вы становитесь от всего. Когда вы по-настоящему счастливы, вам ничего не нужно. Не нужна еда, сон, даже жизнь не нужна.